much. The next speaker is Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation, Sergei Lavrov, followed by Denmark. Mr. Minister, you have the floor. Благодарю вас, господин действующий председатель, госпожа генеральный секретарь, коллеги. Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынужден...